21 января отмечается День инженерных войск. В общевойсковой армии нашего округа такие имеются. И на месте они не сидят. Учения проводят даже в свой профессиональный праздник. В этот раз перед парнями стояла задача в специальном городке штурмовать здание. Постройку занял условный противник. Пути к строению оказались заминированы. Так что действовать бойцам нужно было с невероятной осторожностью. Военным удалось обезвредить минно-взрывные конструкции. Сделали это с использованием средств военно-инженерного вооружения, а еще дымовых шашек, взрывпакетов и холостых боеприпасов. Путь бойцам приходилось проделывать в условиях завалов. Здание у противника отбили успешно, провели досмотр транспорта, личных вещей и комнат на наличие взрывчатки. Операция прошла отлично, а значит и праздник удался. Елена Карпенко, Телемикс.